В этом видео я расскажу и покажу, как можно легко заморозить ревень впрок. Такая заготовка пригодится для приготовления вкусных и ароматных пирогов, компотов, десертов и так далее. Первым делом тщательно вымойте стебли ревеня, дабы избавиться от песка, земли, паутины и прочей грязи. Лучше делать это под проточной водой, уделяя внимание каждому стебельку. Далее необходимо убрать лишнюю влагу. Это легко сделать с помощью кухонных полотенец. Разложите и обмакните помытые стебли. Потом снимаем кожуру. Она очень легко снимается широкими лентами. Легче всего это сделать ножом. Ну а дальше нужно нарезать очищенные стебли кусочками, готовыми к употреблению. Кусочки ревеня разложить на пустой полке в морозильной камере примерно на 1 час при температуре минус 18 градусов. Получились хорошо замороженные, не слипшиеся кусочки ревеня. Замороженный ревень переложить в пакет, выпустить лишний воздух с помощью трубочки для напитков, плотно его закрыть. Пакет с заготовкой нужно обязательно подписать. Отправить заготовку в морозильную камеру на длительное хранение.